В Губкинском накануне установили урны. Их приобрели дополнительные и на днях привезли из Тюмени. Были приобретены урны в количестве 300 штук. Буквально недавно была осуществлена поставка. На настоящее время данные урны будут установлены по улицам города, где они необходимы. Дизайн-проект мы утверждали, то есть именно такой вид урн мы решили установить в городе. Урны появились на улицах Таежная, Магистральная, Школьная и Парковая. Установкой занимались сотрудники автодорсервиса.